Ульяна Баженова сейчас на ваших экранах. Она будет стартовать по четвертой дорожке. 38.11 пробежала Ульяна в забеге. Очень и очень неплохо выглядела. Но сейчас второй старт буквально вот через несколько, через пару часов. И Полина Ткалич. Многие сейчас Миллер, очень конечно, удивятся, да, что Полина Миллер. Но сейчас мы все расскажем. 1 сентября ребята сыграли свадьбу, и теперь Полина сразу взяла фамилию своего супруга Ярослава Ткалича, и теперь она выступает под фамилией Полина Ткалич. Вероника Змейкина, Челябинская область, будет бежать по второй дорожке. А Полина представляет Краснодарский край и Алтайский край, Ульяна Баженова, Тамбовскую область и Липецкую область. И Екатерина Дмитриева, еще одна представительница Челябинской области. Но девчонки из Челябинской области будут бороться за третье место, а вот за первое и второе место будет, конечно, борьба между Полиной Ткалич, привыкаем к этой фамилии, и Ульяной Баженовой. Ну, к этой фамилии несложно привыкать, поскольку мы, знаем, мы прекрасно знаем, да, Ярослава Ткалича, он только что буквально одержал победу на дистанции 60 метров здесь. И сейчас болеет Полина мчит за свою супругу. Конечно. Но, знаете, борьба здесь будет очень хорошая. Мы прям предвкушаем и Баженова, и Ткалич, да, вот они, я думаю, друг друга стоят, что называется. И поэтому третья, четвертая дорожка, вот сейчас они будут вылетать, можно сказать, там с виража вместе. И дальше вот интересно, как они построят борьбу свою. Ну, Полине чуть легче, потому что она видит Ульяну, а Ульяна не видит Полину, и она сейчас будет бежать, конечно, на все деньги, потому что ей надо убегать. Но хватит ли у Ульяны сил? Потому что она все-таки идет от 200 метров, она да, более скоростная. Полина идет от 400 метров. И но вот Полине... интересно, как вираж будет заключен. Да, вот этот вираж. Полина подтягивается. Обратите внимание, вот ох, на этом вираже. Будет, на она подтягивается, и сейчас борьба. Очень интересно. И сейчас борьба. И Полина более... выходит вперед. Да, и разрыв и минимальный, ребят, разрыв минимальный. Полина Ткалич одерживает победу 37-57. Это ее, я думаю, сейчас уточним. Наверное, все-таки нет. Не личный рекорд. Но 37-57, Полина Ткалич становится 56. Победительницей. Да. Ульяна Баженова тоже должна будет показать хорошее время. И это будет личный рекорд Ульяны. 37-99. Да, это ее личный рекорд. Вероника Змейкина, третья, 39-28. Екатерина Дмитриева, четвертая, 41-83. Я хочу сказать, что Полину мы давно не видели так рано стартующей. Да, она то да, экзамены у нее, то она, слава богу, сейчас она закончила свою учебу. Она теперь дипломированный стоматолог. Вышла у нас. Замуж, можно заняться. Вышла замуж, и теперь, да, можно заняться спортом. Ульяну я хочу похвалить молодец, очень. Молодец. Ульяну, она очень здорово провела этот бег. Она быстро очень начала. Чуть-чуть не хватило в конце, но... Синхронные такие. Молодцы, движения. Девчонки. Сейчас вот у Полины очень хорошая растет конкурентка. Очень сильная конкурентка. Да, но мы не знаем, встретятся ли они еще хоть раз в этом сезоне, или вернее даже в этом году, потому что мы прекрасно знаем, что Ульяна Баженова такая спринтер-спринтер 100 и 200.